Приветствую, дорогие друзья, с вами Авраам Руссо. Кое-что интересное я расскажу вам. Недавно я хотел проверяться, я откуда. Ну, понятно, что я знаю, где я родился, я откуда, но дело не в этом. Дело в том, что я хотел бы знать 1000 лет назад, откуда я. 2000, 5, 10 или 20 тысяч лет назад. Мое происхождение, как я появился, и мои родные. Значит, для этого просто обращайтесь в компанию Medical Genomics, берется мазок ротовой и отправляется в лабораторию, проверяют и вам расскажут, кто вы. Очень интересно. Оказывается, у меня по отцовской линии группа R1B. А что за группа, это интересно. Вы можете заходить по интернету. Сегодня доступ у нас очень легкий. И смотрите, оказывается, по этой группе огромное количество. Семья Романовых, вот знаете, вот последний царь России, он тоже, оказывается, этой группы. Оказывается, мы каким-то образом родственники. Вы представляете, человек родился здесь, я родился совершенно в другом месте. Оказывается, мы каким-то образом связаны. Поэтому, если вам это интересно, можете обратиться в компанию. И очень легко это делается. Но я там и не остановился. Значит, дает эта компания возможность очень много чего открыть для себя. Это и есть wellness, и это и есть beauty. То есть, что мне можно кушать, что нельзя. Это на уровне ДНК. Поэтому, если хотите быть здоровым, жить правильно, быть здоровым, вы должны проверять себя. Это мой совет вам, реально. Это современный мир, это сегодняшний день, это 21 век. Обращайтесь и откройте для себя новую дверь, которую никогда вы не открыли. С вами был Авраам Руссо.